Эта детская комната буквально создана из деталей конструктора. Для самых маленьких гостей курорта «Горький город» открылся первый на юге России «Леголенд». Мы социально ориентированная компания, да, несмотря на то, что это частный бизнес, но это бизнес с человеческим лицом. Поэтому для всех гостей нашего курорта, особенно для самых маленьких гостей, у нас появилась изначальная идея организовать бесплатные детские клубы, в которые бы родители могли прийти вместе с детьми, оставить своих детей, они могли бы прийти, поиграть в различные развлекаловки, различные какие-то увеселительные места, чтобы детям было не скучно. На курорте «Горький город» открылось сразу две игровые площадки на отметках 540 и 960 метров. Нижняя игровая комната доступна абсолютно бесплатно для всех детей старше 2 лет. Здесь на площади 150 квадратных метров расположена игровая площадка, детский кинозал и шоу-рум. На открытие пригласили воспитанников Краснополянского детского сада. Ему очень нравятся мультики, поэтому он будет, ему понравилось, и играть ему понравилось, тут очень весело, аниматоры развлекают. Кстати, детских клубов из миллионов деталей конструктора в мире существует всего 7. Сочинская площадка стала второй в нашей стране. Она будет работать ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера до 3 апреля. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.